Всем добрейшего, братцы. Утро Франции. Ну, уже далеко не раннее и не слишком позднее. 8 утра. Первая ночь. Скажем так, ну, полночи прошло спокойно. Порезов нет, баки целые, содержимое баков тоже. Коллега на литовских номерах, ну, судя по говору, с Украины, на каденции работает. У него там пастерушки, не будем смущать человека. Сегодня будет, я походу смотрю, хорошо. Даже, может быть, чересчур хорошо в плане температуры. Ну, сейчас пока вообще отлично. Тут ночью на парковке такая S500 стояла. Вся нацюнингованная, навороченная. Думаю, утречком встану, пойду засниму. Уехал. Нету его. Тут ночью пробежал вокруг. Надо же посмотреть, что, где, почем. Ну, вот это туалет. Подходит к нему определение. Типа сортир. Душа нет. Ну, внутрь заходить не буду. Типа сортир во французском варианте. Ну ничего, как-нибудь перекантуемся. Кушать есть что. Там он, я смотрю, городок. Ну, наверное, вот этот. Как он тут называется. Посмотрим, может сегодня, может завтра. Может сегодня отлежимся. Видите, АЭС-24, куча народу заправляется. Они дешевле, эти заправки, бесконтактные, но они дешевле, чем обычные эти брендовые. Я смотрю, там он костел какой-то интересный выглядывает. Ну, пойдем, может, пробежимся, погуглим сегодня, что тут есть, где в округе. Пойдем, сходим, погуляем, посмотрим, как французская провинция поживает. Австрийскую видели, польскую тоже. Пойдем по французской пошляемся. Потом, возможно, по итальянской. Но забегать вперед не будем. Вот. Пойдем завтракать. Спешить вообще некуда сегодня. Да и завтра тоже. Не спеша будем заниматься своими делами. Мы вот там стоим. Судя по домам, нам куда-то вон туда. Маечку одел специально, чтобы все видели, откуда. Все как положено. А мы пойдем вот в тот городок сходим. Я вам скажу, интересно так. Стоянка. На стоянке из русских номеров только я. Литовские, польские. А речь только русская. Пацаны на каденциях. Один наш брат стоит. А там у парней в основном сейчас кто стирается, кто поляну накрывает. У каждого свои интересы. Ну а мы пойдем
Погуляем по провинциальной Франции немножко. Погода не жарко, поэтому можно. Належимся еще. Завтра воскресенье, будет целый день лежать в кабине. А вот и на этот, на Сент-Экзюпери. Самолетики летают периодически. Редко, но вот за утро, наверное, штуки 3 пролетело на посадку. Как раз над нами проходит. Будет идти, сниму. Пока нету. Ой, чуть не упал. Симпатичненько так. Камушками выложили французы, видите? Сейчас только что жандармы стояли. Ноль эмоций на мою футболку. Нацистская символика запрещена. Про советскую никто не говорил. Город вон там. Или поселок. Городок, скорее всего. Вот вроде как туда... А, вот дорожка пошла. Гренау. Название Гренау какой-то. Вот пойдем туда. Это еще промзона, но мы с нее выбираемся. Правильно читаю. Да, вон тут костел. Вот пойдем туда. На эту корочку заберемся. Что меня больше всего поражает во всех этих провинциальных городах, городках, это тишина. Такое ощущение, что все вымерли. Люди, вы где? Месье, мадам. О, время час дня. Видите, один раз продзингало. Никого. Там. Все дома сидят. Тоска ж смертная. Их и самоизолировать-то не надо. Они привыкшие. О, первого ребенка на велосипеде вижу. И это не только Франция, везде. Австрия, Германия. Не знаю, как там в Испании, в Португалии. Я не был. Пока. Ну, в общем-то, вот это для Франции тоже нормальное явление. Ну вот там, где был, вот так. Вот даже в ту же Польшу, в Чехию приедешь, там уже повеселее. А здесь... Так, а как нам туда наверх попасть? Сейчас будем думать. Ух ты, ёшкин кот. Это я себе такую задачку решил поставить непосильно. Все, не пойму, во Франции или в Грузии. Ой-ой-ой. Ну, если не упаду где-нибудь посреди этого подъема, значит, будет круто. Фух, вперед. Сейчас сердце выпрыгнет. Кошмар. Старый я уже стал для такой физкультуры. О-о-о.
Да, горочка тут не детская. Смотрите, какой вид на промзону. Как крыша видна, какая большая. Ну, мы наверху, мы сделали это. Но все равно опять все наверх. Да ё-моё. Какой ужас. Может туда пойти? Туда вниз. Действующие. Видите, дверь открыта. Пожалуйста, заходи, кому надо. Ну, так понимаю, центральная площадь. Площадь, это, конечно, сильно сказано. Небольшая площадка этого поселочка. Короче, это что-то 1914 написано. А что там дальше? Фамилии какие-то перечисляются. Я не силен в английском, тем более во французском. Мэрия, о как. Гранд Плас, большая площадь, извините. Я ошибся, это большая площадь. Да, местная мэрия. Эта машинка стоит, и мы. Была одна, и та уехала. И больше нет никто. Огонь. У всех во дворе бассейны. Вот сколько не проходил домиков. Че, водичкой наполнил. И все. Кайфу, любая жара. А мы где-то там. Там, где эти крыши, где-то там и мы стоим. Да, тут огромная промзона. Вон дальше она протянется и тянется. Там тоже он какой-то населенный пункт. В ту сторону, если идти. Посмотрим, может, и туда стаскаемся. Потому что, насколько я понимаю, больше нам здесь смотреть нечего. Сейчас погуглим. Ну, наверное, больше тут и нет ничего. Пойдем дальше. Я тут загуглил. 2 километра вон там дальше, там еще какая-то деревня. Там же какие-то магазинчики есть. Пойдем. Каких печенюшек купим, что-то к чаю. Как-то быстро все закончилось. Да и пока в машину возвращаться рановато. Google там находит какой-то магазин. Ну, там побольше. Деревушка. 2 километра прогуляться. Пойдем сходим. Бог с ним. Воздухом подышим. Свежим. Французским. Горным. Такая местность. Не то, что горная, но довольно, ну, сами видели. Довольно-таки холмистая. Холмисто-гористая, скажем так. Добрели до следующего. Ничего не меняется. Что-то забыл название. Заснять. 200 метров возвращаться. Лень. Птички поют. Вообще красота. Воздух такой хороший. Деревней пахнет. Пока тоже никакого движения. Где все? Такую погоду своей дома сидят. Телевизор смотрят. Они по дворам шляются. С
Здесь тоже, видите, костел. Костельчик, скорее всего, даже. Когда таком в одинаковом стиле сделан. Как похоже на тот, только меньше, чем в том соседнем. Руа Фердинанд Гаутхер какой-то. Улица Фердинанда III. Я не знаю, но куда-то сейчас выйдем. Здесь побольше городок, чем там. На улочке узенькие-узенькие. В общем, братцы, ничего я тут хорошего особо больше не выходил. О, хуторок. Иду уже обратно. Еще 4 километра до машины. Сегодня я уже находил. Шаги не показывают. Раньше показывала. Потом посмотрю. Ну, по времени уже 3 часа. Как тут шалтай-болтаем занимаемся. Хватит на сегодня. Уже 4 час. Нет, 3. Пора обедать. Пойдем. Греть обед. И будем уже сегодня отдыхать. Может, завтра в другую сторону сходим. Я посмотрел там. Посерьезнее, поселок, городок. Здесь тоже оказался такой. Ну, провинция, в общем. Ах, воздух какой. Может быть, туда завтра прогуляемся. Будет видно, как погода. Ну, погода вроде ничего, шепчет. Завтра вообще 30 обещает. Сегодня 27. Завтра уже 30. Завтра будет видно. Пока, пошли. Машину. Будем дальше отдыхать, паузу крутить. Уже все убрали, так аккуратно все скрутили. Они даже вон и по цвету желто-сине-красные получаются. Валки эти. Интересно. Когда скручивают, их еще и красят. Но не под цвет Франции.